Приветствую всех. Сегодня будет необычное видео, которое больше не для подписчиков, а для коллег, для стримеров и ютуберов. А именно, как максимально просто настроить SEO-оптимизацию для роликов и стримов на ютубе. Просто что сподвигло меня сделать данный видеоролик? Первое, ну, вот моих приятелей, друзей, стримеров, как я замечаю, не настроен этот параметр вообще никак. И некоторые из них вообще не знают про SEO-оптимизацию, а некоторые, ну, знают, но не хотят ее настраивать, или же просто, ну, не получается у них. Вот, соответственно, для них я это сделал. Вот. И плюс ко всему еще в поиске на YouTube тоже какие-то советы есть, но, ну, скажем так, они не самые лучшие. Вот, или же, ну, соответственно, не дополнены до конца. В моем случае я покажу, как максимально просто сделать теги. Вот, прописать теги, так чтобы они были ранжированы. Вот, ну и, соответственно, вдвесок, чтобы они еще были с большим поисковым запросом, но это уже посложнее. Значит, как вот, допустим, берем мое видео на последнее. У меня здесь SEO-оптимизация 97,2 из 100. Соответственно, я пользуюсь расширением вида EQ, я ссылку, ну, на их сайт оставлю в описании. Вот, ну, расширение их работает точно с браузером Chrome. Вот, соответственно, расширение позволяет видеть нашу оптимизацию SEO. Вот, и, соответственно, приходим к тегам. Значит, что мы здесь видим? Мы видим, ну, голубые, получается, ну, соответственно, цифры рядом с тегом, и такие темно-синие. Значит, голубой тег, в смысле, голубая цифра на голубом фоне обозначает общую оценку. То есть, в данном случае у меня первая. Самый первый тег, да, с наибольшей оценкой, то есть 79 из 100. То есть поисковой объем у него огромный, а конкуренция не очень большая, и оценка, соответственно, высочайшая. Вот. Соответственно, я, ну, этот тег вот прописал сюда. Вот. И кроме как в теге, то есть вот пишем поисковиком. Так. Вот, видите. Еще в самом описании видео я тоже добавил тег в описании. И он получился тоже ранжированный, и при этом он еще и, соответственно, с большим поисковым объемом. Но далее, соответственно, идут теги с моим каналом, что я тоже многим советую, то есть первых там строчки 2, ну 3, окей, да, можно сделать именно теги на канал. Вот, соответственно, все то, что здесь, во-первых, видите, как интересно сделано, опять же, небольшой лайфхак, да, пишем, опять же, например, здесь, да, в описании, с большой буквы, и добавляем его сюда с большой буквы, например, bifacial, вот, да. Соответственно, нажимаем, так, это был баг, вот, нажимаем на клавишу, попадаем на, соответственно, похожие теги, и там прям предлагают то же самое, только с маленькой буквы. Вот, пожалуйста, вам ранжированный тег. Вот, мы его добавляем спокойненько, и это вот ранжированный тег. Два ранжированных тега, легко. То же самое здесь, bifacial, опять же, хэштег, то же самое, как ранжированный тег получается. И, соответственно, это первый свет. Второй свет по поводу самих тегов, то есть, кроме как описания, то есть, из описания, разумеется, еще надо работать с названием. Вот, например, у меня есть название, либо на стрельный бой, вот, например, на стрельный бой. Я добавляю его ровно так же сюда, в конец. Пожалуйста. Мой тег. Соответственно, большими буквами все. И нажимаю на кнопочку. Видим такой же, похожий тег, только маленькими буквами. Добавляем его. И, пожалуйста, там еще один ранжированный тег. И таких нужно сделать 5 штук. И больше, разумеется. И по поводу с большим поисковым объемом теги. Но тут уже надо работать с поиском YouTube. Вот, например, если мы пишем настольный бой, означает 2,4. Что это значит? Вот, пожалуйста, я вбил. Смотрите, написано двойка. То есть мое видео будет второе. Вот, пожалуйста. Второе видео. Легко. По поводу теги с большим поисковым объемом, это вот. То есть похожие теги на видео моей тематики. С этот вот и мир танков. И World of Tanks еще. То есть вот самые высочайшие. То есть если мы их добавим в наше видео и в описании, и в названии, и, соответственно, видео будет, соответственно, ну, так или иначе касаться этих тем, этих тегов, то они будут ранжированные, и они будут с большим поисковым объемом. Пожалуйста. Welcome, как говорится. 4,9,5 у меня в данном случае. И то, кстати, это упало. Немного упало. Было опять 5 из 5. И было здесь вообще 98.
Вот, к сожалению, эти вещи не постоянные, то есть постоянно как бы поисковый объем меняется в какую-то сторону, и, разумеется, эта оценка всегда падает. У меня было видео, которое 98 оптимизировано, да, через месяц он упал до 60, к сожалению. То есть, как бы, грубо говоря, как тренд, да, определенные, они всегда не постоянно, к сожалению, или к счастью, для кого как. Так, но кто-то скажет, что, мол, я со своего аккаунта тут сижу, да, поэтому мои видео будут, разумеется, всегда наверху. Ну, для таких людей я сделаю вот так, перейду на другой браузер. Почему другой? Потому что там я тупо не вошел в свой аккаунт. То есть там нет аккаунта. И вобью то же самое, такой же тег. Вот, пожалуйста. Поиск. А он уже немножко упал, но он хотя бы наверху, тоже третий. Я так понимаю, если я вобью здесь то же самое, он тоже немножко опустится. Верно же? Да, вот видите, он тоже опустился. Потому что тренд меняется, и поэтому, видимо, опускается. А здесь, подождите, третье место. Даже если вы не вошли в аккаунт, ни в какой тоже все равно вот теги работают. Так что это работает и не только если вы вбиваете своего аккаунта этот тег. А, значит, и еще. К сожалению, это почему-то не всегда работает. Вот у меня есть пример хороший, да? Мое достаточно старое видео. Все то же самое. Допустим, вот берем как играть на суперконе. Оно есть и в названии, и в описании, и в тегах. И причем как я рекомендую. Да, с большой буквы, то же самое с маленькой буквы. Но это почему-то здесь не работает. И оптимизация у меня здесь всего лишь 46 из 100. Я, честно говоря, с этим пока не разобрался. Не знаю, почему это так. Очень странная вещь. Но видео старое достаточно. Может быть, дело в том, что видео само по себе старое. То есть со старым видео эта вещь не проходит, не прокатит. Хотя, с другой стороны, некоторые, даже еще более старые видео, у меня получалось как-то поднять по оптимизации. Но не все, не все. Не знаю, почему так. Может быть, какой-то просто баг самого VidIQ или что-то в этом роде. Но в этом я пока не разобрался. Так, ну все вроде бы сказал. Думаю, что да. Если еще какие-то вопросы у вас, ну, останутся после этого ролика, пишите в комментариях, я вам помогу разобраться. Если совсем не будет получаться, то можем связаться с вами через мой Discord-канал. Опять же, помогу вам настроить, если будут такие прям серьезные вопросы. Вот, ну все, в принципе, спасибо большое за просмотр. Пишите, ставьте лайк, если вам эта вещь поможет. Если не поможет, пишите комментарии. Все, всем добра, удачи. Всем пока.